Новый сквер в микрорайоне Первомайский должны были построить еще в сентябре, но жители до сих пор ходят по пустырю. 27 июня подрядчик выиграл контракт на благоустройство. За 3 месяца готовы только бордюры. Компания сорвала сроки, а затем и вовсе отказалась от объекта. Такое отношение к работе недопустимо, говорят в комитете городского обустройства. Сейчас контракт с компанией разорван. Администрация настаивает, подрядчика необходимо внести в реестр недобросовестных. Я считаю, это недопустимо делать жителей города Иркутска заложниками ситуации. Это недопустимо срывать федеральные программы, потому что все жители ждали этот сквер. На следующий год этот сквер все равно встанет в план по благоустройству, и мы его доделаем. Все обязательства, которые перед жителем взяты, будут нами исполнены. Теперь у администрации другая задача. К началу зимы обустроить лестницу и пешеходные дорожки. По поручению мэра города Руслана Болотова, контракт на частичное благоустройство заключили уже с другим подрядчиком. Работать будут при любой погоде. На качестве это не отразится. Сейчас нашим предприятием будет изготавливаться переходы металлические и проводить благоустроительные процессы здесь для подготовки монтажа этих лестниц. Технологии зимнего строительства известны. В случае необходимости будем делать тепляки или прогревочные механизмы использовать. Срок работ до 15 декабря. К этому времени разыграют и контракт на полное благоустройство, чтобы новый сквер в Первомайском построили уже в следующем году. Захар Семенов, Александр Пахомов, АСТВ.